В Усть-Илимске в многоквартирном доме произошел пожар. 30 января в 19:13 на телефон 112 поступило сообщение о возгорании потолка и стен тамбура эвакуационного выхода в доме номер 7 по улице Героев Труда. На место происшествия выехали 18 огнеборцев и 6 единиц техники. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 15 человек. В результате пожара повреждены стены, потолок и дверной проем. На общей площади 2 квадратных метра. Пожар ликвидирован, погибших и травмированных нет. Предварительная причина пожара, виновное лицо, ущерб устанавливаются. За прошедшую неделю в Иркутской области заболели новой коронавирусной инфекцией 194 человека. Это на 15,6% ниже уровня предыдущей недели. Добавим, что всего с начала пандемии подтверждено 390 155 случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. Коронавирус стал одной из главных угроз, с которой столкнулось человечество за последние годы. На первой в 2024 году сессии Законодательного собрания региона губернатор Игорь Кобзев сообщил об исполнении поручения президента России Владимира Путина по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. На обеспечение повышения минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года до 19 242 рублей и дифференциации зарплаты в бюджете Иркутской области предусмотрено 5,8 миллиардов рублей. На обеспечение роста средней заработной платы отдельных категорий бюджетников 3,2 миллиарда рублей. В целом на повышение будет направлено 9 миллиардов. По статистическим данным за 9 месяцев 2023 года рост доходов населения в среднем по России составляет 10,5%, по Сибирскому федеральному округу 13,4%, а в Иркутской области 14%. Кроме того, во втором и окончательном чтении областным парламентом принят закон о получении сертификата на региональный материнский капитал в беззаявительном порядке. Ранее, чтобы получить эту выплату, необходимо было написать заявление. Также семьи участников СВО включат в перечень категорий семей, имеющих право на заключение социального контракта. Депутаты одобрили поправки в закон о государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области. С целью наибольшего охвата семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проектом закона сокращается срок обращения для повторного заключения социального контракта в отношении всех категорий граждан с 3 лет до 1 года и устанавливается возможность его повторного заключения не ранее, чем через 12 месяцев со дня расторжения ранее заключенного соцконтракта. С начала года в Иркутской области из-за выезда автомобилей на полосу встречного движения произошло 10 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2 человека. Еще 16 получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших есть один несовершеннолетний. В 2 случаях участникам ДТП становились водители без водительских прав. Еще у 5 участников аварий, связанных с выездом на встречку, у автомобилистов не было полиса ОСАГО. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям о том, что при выезде на встречную полосу нужно быть внимательными и отказаться от опасных маневров, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Дорожные инспекторы подчеркивают, выезд на встречную полосу в неположенном месте карается штрафом в размере 5000 рублей или лишением водительских прав на срок от 4 месяцев до полугода. 15, 16 и 17 марта в России пройдут выборы президента страны. Принять участие в выборах можно будет на любом удобном избирательном участке, воспользовавшись механизмом «мобильный избиратель». Для этого нужно подать соответствующее заявление. В Иркутской области их уже начали принимать. Избирателей, желающих подать заявление по месту нахождения, до 11 марта ждут территориальной избирательной комиссии. С понедельника по пятницу с 10 до 20:00. В выходные с 10 до 16 часов. Также подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно через портал госуслуг и в любом МФЦ. А с 6 по 11 марта заявления будут принимать во всех участковых комиссиях. Прием заявлений Усть-Илимской городской территориальной избирательной комиссии осуществляется по адресу: улица Героев Труда, дом 38, кабинет номер 110. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации. Во время планерного совещания, которое состоялось в мэрии в минувший понедельник, председатель комитета образования заявила, что они планируют установить систему оповещения экстренной эвакуации во всех школах города и в Центре детского творчества. Разработаны технические задания по школе номер 2, 5 и 7 по установке оповещения системы экстренной эвакуации людей. В планах на этот год установить во всех 13 школах и Центре детского творчества такую систему. В 8 школе такая система у нас есть. Мэр города взяла на контроль и проблему с кровлей в школе номер 17. В спортивном комплексе «Олимпиец» восстановлена кровля купола, пострадавшая в результате пожара. Установлен витраж, его утепляют. В помещении большой чаши запущена система отопления, уложен теплый пол. Начали делать стяжку полов. В душевых смонтировали потолок, уложили плитку, установили систему отопления. Осталось установить систему пожарной сигнализации, двери и перегородки. В большом спортзале завершается укладка спортивного линолеума. В течение месяца планируется установить систему дымоудаления, после чего будет смонтирована вентиляция. Темпы работ по-прежнему низкие. Работников не хватает,
есть перебои с материалами. За нарушение сроков к подрядчику применены штрафы. Администрация города поставила четкую задачу – полностью завершить ремонт «Олимпийца» в июне 2024 года. Кадровый центр Усть-Илимской провел маркетинговый тур на целлюлозно-картонном комбинате группы «Илим». Мероприятие привлекло 76 участников из региона. Представители компании рассказали об основных моментах инвестпроекта, преимуществах работы. Сотрудники кадрового центра представили вакансии, перспективы профессионального и карьерного роста на комбинате. Есть уверенность, что подобного формата мероприятия будут востребованы со стороны организации, которым нужны сотрудники, и полезны для граждан, находящихся в поиске работы. 26 января в железнодорожной школе номер 2 прошел финал игры турнира на Кубок администрации муниципального образования Усть-Илимский район по интеллектуальным играм среди школьных команд. В нем приняло участие 10 сборных от образовательных организаций железнодорожного, Седанова, Невана, Подъеланки, Эдучанки, Ершова, Бадарминска, Тубинска. Команда второй железнодорожной школы в очередной раз показала себя самой сильной и одержала победу. Алена Феоктистова, Антон Емельянов. Информационная программа «Северный город».